спорту. Всемирная федерация спортивной борьбы назвала азербайджанскую спортсменку Марию Стадник легендой современности. К нам присоединился уже Гиви Твалтвадзе, наш спортивный обозреватель. Гиви, за что такое признание? Мария, приветствую. Все дело в том, что Стадник в 9-й раз выиграла золото чемпионата Европы. Сегодня она действительно самая титулованная спортсменка Азербайджана. Азербайджанские борцы сильнейшие на континенте. Сборная выиграла командный зачет чемпионата Европы. Пожалуй, наиболее заметной стала победа одной из самых обаятельных спортсменок мира Марии Стадник. Эта золотая медаль континентального первенства стала 9-й в ее карьере. Марии уже 34 года, ей практически нет равных на ковре. В финале Загребского турнира она разобралась со своей бывшей соотечественницей из Украины Оксаной Левач. Сегодня за плечами Стадник уже десятки побед на крупнейших турнирах, но вспоминается всегда одна, самая первая. Первые соревнования были у нас в деревне, там у меня была одна соперница, я ее выиграла. Было очень много эмоций, вот сколько лет прошло уже, сколько у меня было побед, а вот эти первые соревнования, те эмоции я, в принципе, до сих пор помню. В детстве Мария выбирала между танцами и борьбой, занималась дзюдо. Позже приняла приглашение от Азербайджанской федерации вольной борьбы. 9 золотых европейских пьедесталов, 2-жды чемпионка мира, победительница игр исламской солидарности. Стадник – одна из 3 женщин в истории, которые взяли медали на 4 олимпиадах в турнире по борьбе. Журналисты и болельщики без преувеличения называют Марию Стадник эталоном женственности и красоты в мире борьбы. На ковре я борец, спортсмен, а в жизни я женщина, и любая женщина хочет чувствовать себя красивой. Поэтому, если есть какой-то повод, я всегда рада прийти, чтобы с меня сделали другого человека. В своем плотном графике из тренировок, сборов и турниров она находит время не только для себя. Мария не забывает быть самой заботливой мамой. Год назад Стадник переехала в Баку вместе с детьми и понемногу стала приучать их к спорту. Дочь занимается гимнастикой, а сын ходит на футбол. На сегодняшний день главная цель Марии Стадник – это, конечно же, олимпийское золото. Ближайшие игры уже в следующем летом в Париже. Ждем. Спасибо об удивительном достижении спортсменки из Азербайджана Марии Стадник. Нам рассказал Гиви Твалтвадзе, наш спортивный обозреватель.